Короче, сегодня довелась честь впервые прокатиться на Лансере Эволюшене 9. Блин, прикольная тачка. Конечно, валит она уже не так, как современные тачки. Но эмоции явно доставляет. Так, следующая аппаратура, на которую удалось сегодня погонять, это Cayenne Turbo 4.0. Поставили на него пайпа, накатили Stage 2. И теперь этот немаленький аппарат едет до сотки 3,3 секунды, прикиньте. На всех жирах, на всех пирогах, и при этом мы имеем достаточно такой прикольный звук. Бомба!